Сервисный центр Альмира представляет видео очередной собранной нами кабины торговой марки S-Van. Модель ES80 CRB. Размеры 80 на 80 на 210 см. Кабина угловая, с высоким поддоном. Стенки, крыши и двери изготовлены из каленого стекла, толщиной 5 мм. Акриловый поддон с антискользящей поверхностью установлен на металлическом каркасе с регулирующимися ножками. На левой стенке расположены большое зеркало и однорычажный смеситель. На правой стенке находится рейка с длинным шлангом на штанге мыльницы, а также полочка для принадлежностей со стаканом. На крыше расположены вентиляционные отверстия и лейка тропического душа с прорезиненными соплами. В поддоне установлен слив-перелив, за рукояткой скрыто отверстие для перелива. Поворотом рукоятки можно открывать либо закрывать сливные отверстия. Дверки катаются на двойных роликах очень легко, а благодаря надежным магнитным фиксаторам и силиконовым отсекателям брызг, кабина герметична. Пользоваться смесителем очень просто. Верхней ручкой выбирается режим тропический душ или ручная лейка. Поворотом влево или вправо нижней ручкой смесителя настраивается температура воды, а на себя или от себя, напор. Обращаем внимание, что для установки кабины лучше обращаться в специализированный сервисный центр Альмира. Так вы получите гарантированную качественную сборку, а в дальнейшем удовольствие при пользовании душевой кабиной.